Всем большой привет! Сегодня я снова с запасами, и не с моими запасами, а с запасами сына и мужа. Очень много меня девочки раз просили, что Света, почему ты показываешь свое, но не показываешь детские средства, которые в запасах есть, и у мужа. Немножко объясню, у меня муж вообще не очень любит гели для душа. Кстати, на радость ребенку, потому что сын говорит, ну ничего, мама, у меня мои детские заканчиваются, как раз я расту, и папины пойдут мне. Но давайте я начну с детских, потому что этого больше, а потом закончу мужским. Кому интересно перебирать баночки, пузырьки, то оставайтесь со мной, это видео будет более... наверное, как на радость глаз, но мало информативно, поэтому только кому интересно вот такого рода, оставайтесь со мной. Я говорила, что у меня сын мальчик, поэтому для мальчика у нас слишком много получилось шампуней для волос. Ну, давайте с них и начнем. Нереальное большое количество. Вот такой детский гель-шампунь у нас остался, утя-утя-лапочка. Были и кря-кря, и, по-моему, пингви. Ну вот, в данный момент у нас остался Утя. Следующий шампунь у нас вот такой детский. Страна сказок, аромат банана. Ну вообще, для пацана, конечно, у нас объемы огромные. Хочется их истратить. Дальше шампунь тоже перед сном. Johnson's Baby. Очень красивый такой цвет, настолько позитивный и интересный. Я вообще очень люблю детские средства, потому что очень позитивная упаковка. Сибирика-биберика, детский шампунь для мальчиков, чудо-сыночек. Такой красивый, прям как матрешка тут. Мальчик, это присылали. Все, Максимке прислано в подарок. От Crazy Zoo два у нас есть шампуня. Первый ежевичное суфле, такой мимишный. И второй солнечная папайя с приятными ароматами. Вот такие два пузырька. Объемы большие. Вот эти как бы для вас маленькие, но здесь 280 миллилитров. То есть они на самом деле не маленькие. Вот этот самый большой тут, наверное, 500. 480 миллилитров. Из шампуней еще есть от Avon Naturals. С ароматом яблочко, кажется, да, яблочное веселье. Это шампунь и кондиционер. Вот такой. Есть один его любимый шампунь в форме вот такой машинки. Молния Маккуин. Детский шампунь для волос. Ну, это вообще красота. Максу такой шампунь приехал в подарок. Супер. Прям он его обожает. Давайте так поставим, чтобы нас тоже радовал. И еще два шампуня из птичек. Эти шампуни от Angry Birds. Тут именно родные налиты шампуни, как и написано. В белый шампунь с бальзамом, а в синий с ароматом ледяной мяты. Настолько приятный аромат. Это просто вау. Кстати, сливочное мороженое тоже очень-очень приятно пахнет. Вот такие две птички. У нас тоже шампуньки. Дальше покажу гели для душа, которые идут вместе с шампунями. То есть их уже можно использовать и как гель для душа, и как шампунь. Самый большой объем у нас от Виленты. Гель-шампунь для мальчиков, два в одном. Но тут аромат календула и лаванды. Вы знаете, аромат такой достаточно тяжелый. Календулой, конечно, прямо ух, аптекой пахнет. Мне кажется, даже слишком концентрированно так. Но очень позитивно, очень красиво смотрится. Но уже можно использовать как гель для душа. Следующее от Бомбалина. Два в одном. Тоже шампунь и гель для душа. Тут клубничный коктейль. Очень позитивненькая такая иллюстрация. Тоже большой объем. 250 миллилитров. Вот такой Бомбалина. И еще один гель-шампунь детский. Капитан Сладкоежка.
Вот так. Очень приятный у него аромат. Вот так вот быстро я и не увижу с чем. Но очень вкусно он пахнет. Таким шоколадом. У него даже, по-моему, цвет, видите, сейчас спецэффекты, главное, не сделать. Вот такой прям шоколадный цвет. Забулькал. Вот такой капитан сладкоежка. И конкретно, чтобы был гель для душа, у него есть таких два в запасах, именно в запасах. Это апельсинчик, детский гель для душа. Его можно использовать и как пена для ванны. Так, сюда его апельсинчик. И вишня, вишневая радость. Вот такие баночки на ножках. Так, сейчас я оббегу камеру с этой стороны. Поставлю, а то уж я прям дотянуться не могу. Так, и покажу птички, которые у нас остались, но они уже имеют не свои гели для душа, а перелитые. То есть свои уже закончились. Вот такая у нас Angry Birds розовенькая птичка. Но она полная пока. Красная. У Макса вся коллекция гель для душа. Черная птичка. Вот, кстати, из ароматов всех хуже. Аромат нам не понравился. Вот это виноград Изабелла. Для меня пахло не виноградом, а нефтью. Как-то вот чем-то очень неприятно. Вот. Ну, сейчас здесь очень вкусный аромат налитый. Горе-птичка. Вы знаете, я тут смотрю, эта птичка вот так в бок стоит, смотрит. Я думаю, ну это не птичка, это свинка, да, свинцам. Яблочный мусс был здесь аромат. И мне думаю, ну надо же так вот поправить бедную птичку, чтобы, ну, чтобы он ровно смотрел, прямо, как картинка. Ну и закончилось тем, что я ему голову-то оторвала. Вот теперь он у нас бедный, с оторванной головой. И последние три средства, которые у Максимки идут в использовании. Это птичка Angry Birds желтенькая. Макс ее использует. Это как гель для душа. Это все гели для душа, что я вам показываю. Только были шампуни, вот эти две птички. Остальные птички это все гели. Шампунь Максимка сейчас использует от Rio. Шампунь мягкая формула с очень вкусным ароматом каким-то. Тут прямо у него вот так осталось. Но я говорю, это мальчик, поэтому у мальчиков очень маленький расход. Ну и его любимый гель 3 в 1. Тут и гель, и кондиционер, и шампунь. Вот такой вот классный миньон. Тут 414 миллилитров. Вот такая красота. Это тоже был подарок. Он его очень любит, использует и говорит, что потом в него будет тоже переливать средства. Из Максимкиного есть еще, я в прошлый раз не показывала, но, наверное, потому что он их не использует. Вот такие три фигурки, там внутри налиты гели. Вот так вот, они просто стоят на полочке, радуют. Очень такие позитивные, особенно пандочка. Смотрите, какой милый. Вот так они у нас на полочке стоят рядом с птичками. И сейчас по-быстрому покажу. У Максимки есть еще вот такая коробочка. И у нас здесь кошечка, обезьянка, петушок, яблочко, жирафка, сердечко, черепашка, вот это прикольный, морковка, пират есть вот такой серьезный. Так, тут у нас чего? Лягушка вот такая, еще один петушок, вот и еще один котенок зелененький. Далее, теперь вот это все запасы сына, представляете, мальчику. Но я на самом деле ему сама уже давным-давно ничего не покупаю, это все подарки. Поэтому я сейчас от посылок часто отказываюсь. Девочки, не обижайтесь.
потому что реально, ну, это надо же все истратить. Любовь ваша сильнее и намного превосходит наших возможностей потратить. Поэтому мне просто реально жалко деньги, которые могут потратиться на какие-то уходовые средства, а мы ими не сможем воспользоваться. А если я с кем-то делюсь и кому-то отдаю, потому что сама справиться не могу, то, я думаю, дарителю будет не очень приятно. Он мне подарил, а я отдала. Поэтому не обижайтесь, когда я адреса не даю, реально много средств. Ну и теперь давайте средства мужа. Я вам сказала, что он у меня гели для душа не любит, он любит мыло. Я его спрашиваю, почему. Он говорит, я не люблю быть скользким, я хочу скрипеть после мытья. А я, говорит, как дурачок, мою, смываю этот гель. Ощущение, что он у меня все еще намыленный. Ну, многие мужчины на самом деле эффект геля для душа не любят, потому что действительно он оставляет такое как бы, ну, ощущение, что вы его не смыли, какое-то липкое. Он любит мыло, либо мыло обычное кусковое, либо он очень полюбил мыло вот такое вот в банках. Это его одно из любимых. Это натуральное, 100% хамам, планета органика. Вот такое густое турецкое мыло. У него специфический запах, который мой муж просто обожает. Вот просто вау, говорит, как вкусно пахнет. Настолько экономный расход, что он может вот такую банку использовать полгода, если не больше. Вот там чуть-чуть его подцепляешь, и она так размыливает вот эту вот консистенцию, что вау. Мне это вроде как побыстрее бы истратилось. И следующее. Также у него в запасах, это девочки дарили, мыло для бани вот такое. Это черное, по-моему. Да, черное. Оно еще пока стоит. Я сама хочу им попробовать попользоваться. И здесь тоже вот, не знаю, вам видно, нет, листик. Вот. Хочу его тоже достать и сама потестировать. Интересно, такой аромат. Интересно, опять я тянусь через камеру. Давайте немножко отъедем. И еще одно черное мыло. Это уже натуральное таежное от Флорсан. Оно тоже целое еще. Вот такое вот. А аромат очень приятный, пахнет листьями, вениками. Так, тут что-нибудь написано. Ну, вот прямо я чувствую травами, вот чем-то таким прямо сбором. Причем бывают травы такие, что вырви глаз, а тут очень приятный аромат, очень приятный прямо. Баней пахнет, сауной, парилкой, вот где с вениками работают. Так, и теперь давайте я вам покажу гель для душа, который Максимка сказала, будут теперь его, раз папа не очень пользуется. Я не знаю, когда у Максимки дойдут до этого руки. Так, мужской гель для душа от Эколаборатория. Вот так вот интересный, красивый. Это в подарок присылали. Следующий от Faberlic гель. У них есть такая же мужская вода. Его можно и как шампунь использовать, и как гель для душа. Я вот думаю, что у мужа-то я его как шампунь-то и подсуну тогда. Вот это хорошо, что я это сейчас заметила. Еще один гель, который очень вкусно пахнет. Old Spice. Да, гель для душа тут конкретно. Следующий от Discover. Это Oriflame. 250 мл. Очень красивый такой. Может, тоже шампунь с гелем? Нет, это просто гель для душа. Так, это от Корос. Мне кажется, это гель для душа тоже был. Я сохранила коробку, потому что информация на русском языке только на коробке есть. А сейчас я не помню. Ну, по-моему, тут гель для душа. Далее. Серп и молот. Гагарин. Для настоящих мужчин гель для душа. Вот такой симпатичный. Так, и еще один Prime Avon. Тут тоже просто гель. Вот такой. Ну, будет Макс использовать, если папа
не доберется. Также в запасах у мужа есть вот такие два от Celsius крема, прозрачный гель для умывания и для бритья, и кислородный бальзам после бритья. Он такими же пользуется, но вот у него еще есть парочка в запасе. Ну и то, что он сейчас использует, это шампунь от Faberlic Man. Очень понравилось. Он любит от перхоти, у них вот с крестиком того Фарес, Фарма, я не помню, как называется, но которая от перхоти 250 рублей, кажется, стоит. Белая такая бутылочка, там 150 миллилитров, она ему нравится. И вот этот тоже оценил. Говорит, хороший, понравился. Половиночка у него. Вот. Получается, можно шампунь после этого использовать будет, вот который мы с вами сейчас нашли. Все. Вот такие запасы у сына, у мужа. Надеюсь, я выполнила запрос. Может быть, это для кого-то и неинтересно. Ну, в любом случае, когда очень много подписчиков, конечно, запрос это одним интересно, другим нет. Я стараюсь выполнять все, что имеет большой спрос. То есть, когда мне там уже 10-15 человек написали одно и то же, в принципе, то я уже понимаю, что надо бы это исполнить, выполнить. Когда один человек, ну, как-то один это мало. Мало кому интересно. Спасибо огромное всем за внимание, за просмотр. Надеюсь, вот это позитивное хотя бы цветное, что перед вами, скрасит и ваши приятные вечера. Потому что на улице в средней полосе России льет бесконечный дождь, серость, солнце. Я не помню уже, как оно выглядит. Но помню, что что-то типа вот миньончика. Но на самом деле по солнцу все очень соскучились. Все ходят неварёные, зевают, хотят спать. И у многих низкое давление. Поэтому, надеюсь, мое настроение передается и вам. Всем приятного времени. И всем пока!